В поликлинике Екатеринбурга завелся картоноша. Это не новый вид вредителя, а сотрудник, который будет искать карты пациентов и разносить их по кабинетам. С его помощью медики рассчитывают избавиться от очередей у регистратур. Отдельного человека представят и к тем, кому нужно только спросить. Просто спросить, у нас выделена должность старшего администратора, который находится в центре холла, без компьютера, то есть он не занимается записью, он просто отвечает на вопросы, регулирует очередь, если она вдруг образовалась, помогает пациентам, опять же, пройти в нужный кабинет. Новые стандарты обслуживания пациентов уже осваивают в 4 поликлиниках города. Регистратура там стала открытой. Между сотрудниками и посетителями нет стекол. Больничные карты теперь хранятся в специальном картохранилище с высокими стеллажами. Для маленьких пациентов в амбулаториях оборудовали игровые комнаты, а для удобства взрослых установили электронные табло. На них можно найти всю информацию по врачам и участкам. Записаться на прием теперь можно не только по телефону или лично, но и взяв в терминале талончик. Вскоре такие чудо-регистратуры появятся в большинстве городских поликлиник. До конца года у нас откроется еще одна поликлиника с открытой регистратурой на Химаше и в железнодорожном районе детская поликлиника на Минометчиков. А на следующий год у нас задача 9 еще поликлиник, в 9 поликлиниках взрослых, детских. И на следующий год мы приступим еще и к женским консультациям. 2 женские консультации в Версетском, кстати, вот в Ленинском районе.